Сегодня это старейшее патриотическое подразделение города. Его основная задача – воспитание подрастающего поколения в духе любви и преданности Отечеству. 17 декабря в 15 часов в аудитории Центра дополнительного образования «Хоста» на Дивноморской, 13, состоится открытие класса военно-патриотической подготовки, а также награждение лучших воспитанников клуба по итогам года представителям сочинской организации «Динамо». Поздравить ребят с их спортивными достижениями придут и выпускники прошлых лет, ветераны военных конфликтов.